Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого. И я продолжаю играть на уровне сложности божество за Швецию, пытаясь победить именно туризмом, то бишь культурной победой. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну и напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, а подписчики раз в сутки для них появляются, так что еще и спонсором канала становитесь. Закончился для нас древний мир, мы вышли в античность, темная эпоха для Швеции началась, темный век. Вроде как проблемы, но для шестой Цивы это очень хорошо, это путь в героический век. Единственное, что на божестве героический век может длиться не 30 ходов, а намного быстрее он закончится, это надо иметь в виду. Мы открыли трудовую повинность, поэтому ставим правительственную площадь и вырубаем, собственно, под нее сразу леса. Тем более, что у нас Магнус сидит в городе. И в этом месте у нас еще будет коммерческий район. А почему нужно коммерческие районы ставить в обязательном порядке? Потому что мы будем делать упор на культуру, а науку мы получим именно от соседства коммерческих районов и гаваней. Если их нет, то от соседства коммерческих районов с реками. Для того, чтобы пока не париться по поводу кампусов. Тем не менее, кампусы поставлю там, где они дадут хороший прирост, например, вот в Йенчопинге. Сколько тут кампус есть? Тут вот плюс 4, например, да, кампус, пожалуйста. Правда, он тут рядом. Ну, эти на самом деле вулканы на две клетки, у нас же четвертый уровень стихийных бедствий, поэтому, скорее всего, тут поставим. Здесь нормально кампус встанет, потом еще от этого города здесь кампус. А, вот тут кампус. Тут где-то я еще хотел город поставить. То есть здесь я кампусы, которые плюс 3, плюс 4 дают, я поставлю. Но упор по науке мы будем делать именно на соседство коммерческих районов. Так, вон там у нас сверху варвары, блин. Надо возвращаться сюда. Так, тут опять же сверху более-менее понятно. Я, наверное... этого поселенца сюда поведу. Тут, конечно, вот нарисовано, что я могу, в принципе, нормально на озере поставить. Но это место для инков. Здесь я бы кампус все-таки поставил, а не город. Давайте мы вернемся обратно. Надо венгров встречать, то есть получать очки. Тут забирать лагерь. Мне нравится плюс 3. Сразу тут дальше подходим еще. Здесь надо с этим варваром как-то разобраться. Так. Тут вопрос. Строить зал для приемов или все-таки... А, ну, конечно, мы же зал для приемов еще даже не можем. Мне кажется, тогда центр коммерции строим. Центр коммерции. Блин, я бы, наверное, вот этого поселенца даже сюда сначала повел. Но вот тут эти варвары не дадут. Тогда, наверное, давайте еще поселенца. Здесь я в очередь поставлю. Так сделаем, потому что тут сейчас еще вырубать будет. Этого поселенца я поведу сюда, куда-то ставить, я еще не решил куда. Ну вот пока сюда идем. А этого поселенца уже сюда, мне придет дуболом, сможет его защитить. Дальше берем... кого? Какого губера взять? Гётеборг растет... Ну, может, в Гётеборг-Пенгалу тогда. У нас вообще что, холмы, холмы. Ну, вот сюда явно Магнус у меня пересядет, когда... Тогда ж поменьше пересажить. Дай тогда в Йенчопинг можно. Но Йенчопинг медленно растет. Еды нету. Я могу купить... А, если тогда я Лян, может, возьму. Ну, Лян, блин... Ай, блин, еще рановато. Ладно, Рейну. Рейну, чтобы быстрее клетки.
захватывались. Так, тут уже смотреть нечего. Возвращаемся дуболомом. Не дуболом, а пращником. Енисей. Неужели тут где-то скифы будут? А, Россия, я же Россию выбирал. Где-то Россия должна быть. Я думаю, так, деньги открыли. Ну, пойдемте. Блин, мне бы, конечно, и астрологию, и навигацию по звездам, это вообще есть морские ресурсы. Но вот киты есть. Янтарь. А, янтарь, кстати. Вот один янтарь уже обработан. Янтарь можно будет обработать. Окей, давайте откроем астрологию. Фиг знает, когда я еще чудо какое найду. Вызови вдохновение для трудовой повинности. Я только что завершил трудовую повинность, блин. Торговый путь в Гранаду, военный лагерь великого флотоводца. На самом деле, неплохо, что тут есть священные эти города религиозные. Я бы священные места тоже надо будет поставить и в союзе эти города. То есть мне много веры тоже понадобится. Единственное, что религию я все-таки, видимо, не смогу основать. Тут мне важнее театралки поставить, чем священные места. О, сам убился от меня, здорово. A physician without a knowledge of astrology. Yeah, встретили венгра. Mátyás vagyok. Én vagyok Magyarországnak királya, ellenségim ostora, az igaz híveknek védelmezője. Üdvözöllek. Интересно, все-таки язык венгерский. Не знаю, чем-то мне нравится. Расцветка, как у Индии в пятой цифре, да? Тут, возможно, еще какие-то города я смогу всунуть. Ну, пока очень как-то странно много места. У меня какие-то вот все сомнения закрадываются, 20 ли тут цивилизаций сейчас. Так, дуболомы сюда ведем. Тут равнина. Вот, холмы надо еще тут вырубить. Я тут, наверное, вырублю и уже буду пересаживать Магнуса из Стокгольма. Тут и может оставить этот лес. Подумаю еще. Так, полечимся. Ну и вот тут верх практически полностью открыт. Тут что, около Феса открыть? Вот тут неужели никого тут не будет? Или здесь просто проплывет? Знаю, карта континенты. Карта континенты. Так, тут два морских ресурса. Пока откладываем. Давайте стрельбу из лука откроем. Верховую езду. Давайте прям верховую езду и потом мечников. У меня очень много лошадей. У меня прирост аж плюс 6 вход. То есть мне всадников, в принципе, неплохо построить будет. Несколько. Они быстрые и... хорошо перемещаются. Вот эти поселенцев сюда и сюда я хочу поставить. Тут намного лучше места, чем вот в сторону Алеоноры. О, тут тем более так. Ну вот почему мы, наверное, не встретились, потому что, видите, тут такие горы, венгер просто тупо не может ко мне пройти. Кстати, что у нас там у него по развитию? Так, 23 науки у Алеоноры, у меня 12, у венгра 20. 5 технологий, 9 исследований, 11... Ну, то есть, не такое ощущение, что компьютер не очень умеет в ускорении технологий. Дальше, по культуре у меня 9, у Алеоноры 18, у венгра 17, да. Тут все лучше. 134, 434 у Алеоноры, 376 у венгра. Ну, с Алеонорой у меня дружба, слава богу. А венгр хрен на меня нападет. Через такие горы. Это просто самоубийство будет. Так. А, да, я ж, мы тут в прошлом ходу не могли решить, куда город ставить. Что если я сюда ставлю, то сюда не влазит. Но тут придется рядом с горой ставить, видимо, вот сюда. Но мне больше у реки нравится, чем у озера. Хотя...
Блин, давайте, наверное, все-таки озеро тут поставим. Тут все-таки какая-то гавань и коммерческий этот получится. То есть сделаем вот так. Так. Здесь у нас гавань, значит, будет. Здесь коммерческий. Ну, а тут город сюда всовываем. В любом случае нужны... Ну, то есть, как не играть без коммерческих районов на наземной карте или без гавани на морской карте вы не сможете победить. Никак просто вот. Печальная правда про шестую Циллу. Так, пока сюда идет. Что здесь у нас поселенец построился? Ну, давайте еще поселенца строить. Я прям хочу расселиться. Потом спокойно забыть о расселении. Я не буду ни на кого нападать, я не буду города захватывать. То есть у меня на данный момент, значит, 4, 5, 6, ну тут где-то 7, 8, 9, 10 городов. Это вполне нормально, причем на такой плотной карте, если тут действительно 20 цивилизаций, так это вообще везука будет. Si volete spugnare bastir ciutats pres de nostra frontiera, che si farsian forze bellas per alchem sia bel can las mie. Мне нравится слушать язык, который они вот Элеоноре сделали, такой древнеевропейский, тут и какие-то итальянские словечки, и немецкие, и французские, вот прям какой-то эсперанто прямо. Блин, а на нормальное это не хочешь поменяться? 4 золота вход. Не, пожалуй. У меня там, по-моему, пока со счастьем нормально, чтобы... Да, плюс 2. Жадный. Жадный венгер. Ну, античность. Я второй раз открываю античность. Первая она была в науке. Нет, какая античная республика. Хотя, вы знаете... 15% великих людей это мне понадобится все-таки, когда я театралки поставлю. Надо будет переключить потом. После того, как я зал для приемов построю, потому что вот этот бонус наследия, который от античной республики, все города с района получают плюс одно жилье и довольствие, не так прикольно, как плюс 4 к силе, если что. Ну, мало ли какая-нибудь война будет. Так, тут коммерческий район заканчиваем. Это все можно убрать, эти метки. Тут реально, кстати, даже не пройти к Венгрии. Есть тут кто рядом вообще? Тут еще, мне кажется, кто-то должен быть все-таки. Так. Идем обратно сюда. Там с этим варварским лагерем не хочу разбираться даже. Политическую философию открыли. Военную традицию? Ну, можно. Хотя у меня сейчас стоит пока на варваров. А, стоп, я тут что не поставил. Так, изоляционизм рано. Давайте производство и плюс 2 влияния. Создание строителей. Может, создание строителей поставить. Давайте так сделаем. Новые города буду ставить, пока и там строители быстрее делаются.
В Гетеборге, блин, тут холмы. Ну, в Гетеборге вот здесь надо делать коммерческий район, а здесь театральную площадь. Ну, или здесь театральную, неважно. Вот они будут друг на друга влиять. То есть вот на этом холме... Ой, блин, я хотел Магнуса пересадить. Ведь один ход потерял. Ну, с другой стороны, вот пока нету рабочих, но все равно хотелось бы побыстрее. Чтобы потом не ждать... прибытие. Хотя в каких веках у нас Франция и блин, наверное, зря военную традицию открыл. Я вообще не против, если у меня сейчас этот парень захватит поселенца, почему нет, я его отобью, а зато он выйдет из лагеря. То есть, если он захочет захватить, я вообще не против. Тут поселенца я смогу отбить обратно. О, еще какая-то ГГшка внизу, лавента. Куча религиозных ГГшек. Итак, озера тут больше нравятся, такие они светленькие. С этим модом. Да, тут сплошные горы, конечно. Так, куда мы дальше пойдем? Мистицизм. Вообще, оракул бы тоже стоило бы построить. С другой стороны, сейчас неохота. Ладно, давайте пока так пойдем. Блин, с другой стороны, оракул. Давайте я открою оракул. И вот здесь, в столице, его можно попробовать поставить. Потому что мне очки великих людей очень нужны. Ну, а с другой стороны, я ж не сейчас буду, мне еще рынок надо здесь сделать, гавань. Ай, блин, давайте пока навигацию по звездам тогда открывать. Нет, всадников надо открыть, потом навигацию по звездам. Блин, столько всего хочется открыть, а здесь начнем драму и поэзию. Пока. Пока драма и поэзия. Чем торговать? Ну, только вот у венгра алмазы. Ну, я не знаю, мне ему жалко давать. У меня пока... О, видите, даже плюс 3 счастья. Еда, производство. Все путем. Что-то сменить все-таки. Не, оставлю пока так. Здесь еда, производство. Залочивать не буду. Здесь еда, производство. Еда, производство. Города растут. Магнуса надо не забыть пересадить. Значит, Магнус в Гетеборг отправляется, а в Стокгольм назначим Пенгалу. И Пенгалу я, наверное, на культуру буду прокачивать. Мне важнее для победы культуры... О! Надеюсь, он не только сейчас приплыл. А, не, он далеко. Ух ты. А что ты стал сразу всех встречать? Так, ну Маури вот прибыл. Не, это Мали. А, это Мали прибыл. А Маури, видимо, по морю где-то приплыл. Ну, Маури далеко. No hour of life is wasted. И не скажу, что у него так классно город вообще стоит. Прям не скажешь. Так, район построили. И встретили две цивилизации. А венгр не хочет мне проход дать совершенно случайно. О, отлично. Может, он мне еще и заплатит за это? Там, 5, например. О, даже готов заплатить. Слушай, так если он мне заплатит, я ему могу и тогда поменяться с ним. Хрена себе, а что так, а что они так много хотят платить? Нет, 30 уже дофига. 25. 23. 22, 21. Так, отлично. С
Теперь я могу тогда 21, да? Могу и поменяться. А, давайте вообще глянем, что у мною встреченных новых, какие у них ресурсы. Киты, блин, ну киты у меня и так будут скоро. Ну как скоро относительно, но они будут у меня. Вот, а этот как? О, этот один на один готов меняться. Может еще и денег даст? То венгер какой-то жадный даже денег даст. Может тоже 20. Вот так по зернышку с каждого и шведская империя накопит баблишко. Тем более, что у Мали денег-то должно быть немерено. Фига себе, как он готов прям. Да блин, 50? 50 готов дать. Так понимаю, что Мали можно обдирать как липку. А, 70 уже дофига. Смотри, какой венгер жадный. Мали, вот, 62 готов, а этот с меня требовал деньги. Так, ну я могу с кем-нибудь еще лошадьми поторговать. У меня приток лошадей большой. О, у Мали вообще нет... Ой, у Маури вообще нету лошадей. Давайте мы прям 20 дадим. За 200. Готов он за 200? Нет, не готов. За 150? Не готов. Ну, за сотку он готов был торговать. Хорошо, за 100 он готов, да? Тогда давайте уменьшим количество лошадей. 18, 19, 20 готов, хорошо. 101, 103, 105. Ладно, не буду больше тратить ваше время на эту торговлю. Нормально, это мы хорошо встретили цивилизации. Еще один континент исследован. Давайте разойдемся. Сразу сделаем строителя. Ну тут, конечно, проход есть, и тут, кстати, во, вот тут кампус, между прочим, будет неплохой. Плюс 4 вот здесь. Да, карта, конечно, интересная, сгенерировалась. Ничего, Россия. Здравствуйте. Я же говорил, Енисей. Енисей — это Россия. Обменяться столицами. Ну, Венгрия с Россией будет воевать, я думаю. Почему-то с Венгрией постоянно все воюют. По какой-то причине. Да, ну тут, видите, уже минус по лояльности идет. А, не захватили у меня. Не захватили у меня поселенца. Варвары решили, что нафиг надо. Так, значит, походили пока. Вот куда везти этого посела? Вот меня вопрос мучает. По идее, у меня еще влезет... Если я сюда поставлю, тогда город еще сюда влезет. И у меня вот так будет на одной линии, видите, три города стоять, это будут мои пограничные города. Вопрос только, тогда этот город я, наверное, лучше сюда поведу. Давайте тут исследовать будем. Рынок. Нужны караваны. Я даже, наверное, караваны буду просто покупать за деньги. С радостью приветствуем. Мне надо со всеми дружить. К Мали тоже надо делегацию отправить. О, пошли песнопения Маури. Но вот сейчас появляется ощущение, что много цивилизаций накопится. Пока это 6 всего. Так, значит, отправить делегацию. И объявить дружбу. Дальше к Маури. Отправить делегацию и объявить дружбу. Нет, с этими эти еще не хотят пока, ладно.
Не хотите, как хотите. Мне важно культурный союз в будущем заключить с Алеонорой. Чтобы она лояльностью на меня никак не влияла. Эх, жалко, сейчас не получил очки эпохи за варварский лагерь. Строители. Так, здесь у нас тоже город удаляем. С инчопингом что? Тут мы так решили. А где тут кампус? Может, все-таки тут кампус ставить? Наверное, все-таки сюда кампус. Но это на будущее. Тут все равно гавань и коммерческий район важнее, потому что в героическом веке бонусы от них будут больше давать. Так, ну это пока мало, потому что он растет. Сейчас он вырастет, и это нормально с производством будет. В Карлстате. Проход есть. Ну, здесь, я думаю, можно дальше не идти. Тут у меня скаут побегает. Разведает все. Я бы сюда вот вернулся, чтобы тут варвары не появились просто. Что в этом городе? Тут, наверное, надо удалять. Вот тут пшеницу ставить. Коммерческий район. А, или вот здесь. Вот здесь надо коммерческий район. Потому что и соседство с этим коммерческим районом, и соседство с рекой будет. Обработаем шоколад, потом пойду китов обрабатывать, наверное. Так. Значит, этот поселенец пойдет сюда. Этот поселенец пойдет сюда. Мне еще надо будет два поселенца. Еще два поселенца сделать. Но опять же в этих городах тоже делаю. Потому что отсюда сюда тогда идет. Давайте добавим. Ну я тут прям расселяюсь очень мощно. Но это, знаете, это с компьютером, пожалуй, так можно сделать. Потому что люди бы наказали. То есть обычно против людей три города, потом еще четыре ставите, потом, когда уже возможно добавить. Потому что иначе вы отстанете, и если сосед рядом есть, он будет вас опережать по науке. И придет и заберет просто те лишние города, которые вы поставили. О, Дидона. Так, приветствуем Мали. О, сейчас смогу дружбу с Маури заключить. Блин. Нет. Что за странное предложение. Я сейчас смогу с русским поторговать какао с шоколадками на сахар, по-моему, у него там было. Мега-извержение. Сейчас у меня тут что-то... Блин, у меня два юнита рядом находятся. Один житель погиб. Одна клетка повреждена, но зато плодородность увеличена у пяти клеток. Или не погиб житель, не пойму. Дидону с неожиданной стороны встретил. Могу посла отправить. Ну, пока не буду. Еще можно... Ну, фес бессмысленно отправлять, потому что я и религию не распространяю, и библиотек у меня нету. Так что пока отправлять не буду. Так, шоколад обрабатываем и торгуем
Так, во-первых, Мали сделаем другом. Во-вторых, торгуем с Россией. Поломалась, что ли? Блин, поломалась шоколадка. Понятно. Я понял. Ладно. Умер варвар. Тут еще, конечно, города можно ставить, но там не так, блин, тварь, да? Ладно, придется сюда сейчас везти. Но это вот нагло. Тут куча места, прям ко мне. Блин, это вот хреново, на самом деле. Может потом начать отваливаться. Хреново, действительно. Так, воин, новая цивилизация. Строится, строится. Ну, значит, только в одном городе надо будет строить поселенца. Сюда поставлю 9 городов, пока будет. Ну, пока достаточно. Города растут. 14, 10. Посмотрим, как остальные. Ну, по науке вот Элеонора. А, еще Мали неплохо. Тут все неплохо. Ну, это опять это бонусы компа. Я расставлю кампуса, расставлю театралки. И все будет неплохо. Какое чудо. Блин, оракул все-таки построили. Ну, да, оракул строят тут быстро. Так, давайте лечиться. Навигацию по звездам отложим. Каменную кладку. Вообще, тут где-нибудь каменоломни я могу сделать. Вот здесь только. Ну, ух ты. Звуки до сих пор извержения идут. Так, ну пойду китов обрабатывать. 22 хода пока. Этого парня ведем сюда. Надо будет, видимо... Так, здесь построим строителя. Здесь эти клетки обработать, починить шоколадку. Этого поселенца сюда. Пока я закончу расселение, начну строительство районов, а тут вот надо будет какого-то... Здесь, кстати, в очередь сразу строителя сделаем. Блин, венгры ничего не обрабатывают у себя тут. Хрен про... Никаких дорог нету, ничего. Правда, у меня то же самое. Не будем врать. Пока у меня все то же самое. Блин, ну это так нагло, вот так. Диби, прям на мою метку поставил. Поставила. Отвратительная Леонора. Надо еще этих лошадей обработать. Блин, может после драмы и поэзии поставить карточку на корабли? Я бы вкал, кстати. Ну, тут не скоро, правда, будет рабочий еще. Тогда карточку на всадников можно поставить. Но мне надо районы делать, а не всадников. Фига мне всадники, если... Так. Тут вон встал воин. А, я еще сюда хотел. Блин. Я еще сюда хотел поставить. Город. Ну, блин. Ну, надо еще поселенца. Ну, тут и рабочего надо. Ладно, давайте... Может купить поселенца? Сколько стоит?
Дорого стоит. Тут скорее караваны надо будет покупать. Ладно, пока оставлю как есть. Надо посмотреть, что там у католицизма вообще. Не, мне ничего такого не надо, Дидона, извиняй. Канада. Пирамиды построены. Ну, пока из важных чудес на победу культурой только вот оракул угнали. Остальное пока... Пока еще... Блин, этот варвар тут давным-давно бегает. Я его не добил еще давным-давно. Так. Ну, я сюда все-таки поставлю. Несмотря на то, что тут минус 2. Сейчас туда придет дуболом. Я думаю, меньше станет. Ну, и город вырастет. Постепенно. О, тут чудо какое-то. Тут чудо. Блин, может этого поселенца лучше сюда везти? Потому что, ну, если Алеонора тут поставит город, это вообще будет для нее странно. Давайте лучше сюда поведу. Лечимся. Тут к китам идем. Так, столицу я еще не нашел. Венгерскую, да? О, вот еще чьи-то границы. Это, по-моему, Канада. Ну, выглядит как Канада. Так. Появляется возможность... Так, ну здесь я буду зал для приемов строить. Такие. А вот торговца я куплю. Причем куплю, наверное, в Вестеросе. Вот так. Магнус в Гетеборг прибыл. Пингала в Стокгольм прибыл. Здесь в очередь еще... Одного рабочего ставим. И тут вот центр коммерции, как я и говорил, да? То есть здесь у нас будет центр коммерции. Театралка, ну, не знаю, на любом из этих. Пока, может, не буду холм занимать, поэтому театралку, наверное, сюда. От Стокгольма театралка. Где-нибудь тут. Вот тут, кстати, бананы надо вырубать. Потом... Надо еще вообще поселенца строить, конечно. Может здесь поселенца сначала, а потом уже 6 ходов. Ну тут, конечно, поселенец под вырубку побыстрее построится. Но тут жителей, блин, мало. Опять хочется и туда, и туда. Так, театралку мы открыли. Два кампуса. Давайте потихоньку исторические хроники открывать. Но кампусами тоже надо строить. Вот здесь. Еще где-то. Так, пока там не начался отсчет до следующей эпохи. Пока нет. Тут просто в любой момент на божестве. Могут в любой момент. Блин, я не посмотрел. Давайте посмотрим, что там... В католицизме вообще. Храмы, святилища, пищи, сколько и веры, ваты, веру и науку дают. Ну, знаменитые эти католические ваты, да? Он в другом континенте город поставил, и пошло отваливание. Ну, минус 8,2. Не такая же цифра была, блин. Так, давайте сюда пересаживать Рейну. О, в Хальмстеде 0 станет. Ну, это, видимо...
Ну, хоть в нормальном веке венгр, слава богу. Не в золотом. Это еще можно терпеть. Вот чудо. Пиопитахи. Что дает? Ничего не дает. Просто культуру и золото в соседнем клетке. Ну вот почему Алиенора поставила тут город, а не вот около чуда? Это же такие места отличные. Так, ты умрешь. Из Вестероса в Стокгольм отправляем. Мне бы, конечно, черную карточку с одной стороны, а с другой стороны, пока города не поставлены, я еще и поселенцев строю. То есть черные карточки рановато. Из Гетеборга отбегал, да? Давайте из Хальмстада. О, вот и столица. Да, но мне тут повезло, что горы, иначе бы венгер, конечно, вверх расселялся, шо дурной. Что с кампусами? Вот кампус плюс 4, да? Например. Вот это кампус, например. Отличненько. Дальше. Коммерческий район я бы поставил. Где-нибудь здесь. Для этого надо вырубить. Для этого нужны строители. Поехали. Или тут лучше этот. Или тут лучше с монумента начать. Пожалуй, лучше с монумента. Строителя можно тут купить. Но не сейчас. Пока не сейчас. Тут вообще расти надо. Есть тут клетки с едой? Вот рис. Ну, то есть, чем больше вырастаешь, тем город меньше отпадает по лояльности. Давайте я, наверное, тут клетки эти... Блин, дорого стоит с ракет. Тогда не будем покупать клетки. Ведь я постою, а то тут, блин, Ереван захватит райончик, а его захватить хочу я. Блин. Катапульта там оказалась венгерская. А тут сколько? Минус 5, блин. Да вы утомили. Чё такие цифры? Кота придется пересадить наверх. Даже пингалу придется сюда пересаживать. Иначе я не знаю, как тут сдерживать. Так, тут вырубим лесок. Чё город не растет? Надо расти. Растем, растем. Ноль. Если на еду переключить, 8. Не, это долго. И так два, ладно, пускай растет. Здесь тоже слабенько. Как-то города не особо растут, да? Угу, вот и киты. Ну вот тут надо покупать все-таки клетки. Киты надо. Китов надо обработать. Вот навигация по звездам открыта. Дальше в обработку железа пошли. Три разных спецрайона. Ну, эту территорию всю исследовали. Возвращаемся юнитами. Тут лагерь можно завернуть. Заглянем, чё там. Не понял, почему я отправил сюда... А, понял, я же его сюда... Нет. Что-то этого сюда надо отправлять. У нас еще вот это одно место осталось. Вот сюда нужен поселенец один. И все будет
пучком. Блин, это я ошибся с поселенцем, не туда отправил его. Тут случайно не идет поселенец еще? Надо сюда поставить прачника, чтобы он... Так, а куда это пошли вот эти армии Алейноры, меня интересует? Неужели Фес захватывает? Ну сейчас вроде как Фес, города-государства сильны на, на уровне сложности божества. То есть как минимум у них стены есть сразу. Псих просто так не взять. Давайте вот здесь постоим. Так, вырубаем. Этого сюда ведем. Тут ставим центр коммерции. И прям сразу в очередь, наверное, театралочку. Блин, да в очередь. Какая тупизна. То есть вот тут сейчас производство исчезло из-за этого, из-за того, что очереди не было. Отлично, отлично поставлен воинский этот. Как он называется? Воинский центр. Как он называется, блин? Военный лагерь. Воинский центр. Так, венгер. Не очень в тему встал, конечно. Давайте гавань тогда начнем сначала. Здесь киты обработаны. Центр коммерции там строится. Надо вот это вырубить. Сюда центр коммерции для инчопинга, например. Эстергом. Вот это Канада, да? То есть мы тут с канадцами встретились. А кто-нибудь с кем-нибудь воюет вообще? Есть такие ребята? Со всеми дружит, со всеми дружит. Чего они такие все дружелюбные? Ну, обычно с венграми все воюют. Посмотрим, как будет. Причем Калеонори отваливается. Я не понимаю, как так Калеонора офигеть. Ну, блин, самое дебильное, что могло быть, конечно, в соседях Калеонора. Минус 6,1 аж. Так, тут убираем. На рост надо ставить. Все города должны расти, чтобы вот эта лояльность уходила. Поставим строителей или... Давайте монумент. С монумента начнем. А, вы знаете, почему влияет Элеонора? Из-за религии. Когда вот ее религия ко мне распространится, будет еще лояльность сверху давить. Да, это, конечно, сурово. Надо города выращивать. Ну что, пересаживать сюда Кингалу? Ну, видимо, придется. Вот, Упсали хоть. Плюс один станет. Стокгольм-то не отваливается по войну. Столица вряд ли будет отваливаться, конечно. Это было бы удивительно. Но я буду большие проблемы иметь. Я выйду в героический, еще нормально будет, но потом... Потом, если я куда-нибудь буду сваливаться, у меня будут большие проблемы с Элеонорой. Everything has its limit. Iron ore cannot be educated. Купы, храм Артемиды построил. Так, могу нового. Блин, может вернуть Пенгалу в Стокгольм отсюда, а Виктора посадить. Давайте Пенгалу в Стокгольм вернем. Скажите, а можно отменить? Блин. Как-то ж вроде отменять можно было, нет? А, один ход, да, возвращается. Нормально. А тут назначим Илилян взять.
Не, Виктора. Возьмем Виктора. Лян пока не надо. А, слушайте, а Упсала-то уже плюс 3. Не, минус 4. Ну, если плюс 3, это с Виктором будет. Ладно. Возьмем Виктора. Плюс 3 к эпохе. Ну, в общем, я уже в героическом стопудово. Можно тут одно очко, это явно сейчас набьется на чем-нибудь. Так, с лагерем там Алиенора расправится. Давайте по армии посмотрим. 133 у меня. У Алиеноры 742. Она может вполне захотеть на меня напасть. Я тут опасаюсь только Алиенору на самом деле. Я тебе поставлю создание кавалерии и всадников. Поднастроим. Так, здесь всадники. Тут вырубаем. Главное не забыть клетку переключить. Здесь холмы тоже вырубаем. Уже тапнуть на всякий случай. Давайте я апну мечника одного. Кай будет. Пока стоим. Здесь шоколадку ремонтируем. Исследуем Венгра. Ну, Венгры 5 городов, у Леоноры. А у Леоноры сколько городов вообще? Все еще... уже 5. Это тут вот город, который я не вижу. Ньюкасл, конечно, офигительно поставлен. Восхищаюсь постоянно. Вызывает неподдельное восхищение. Амбар, наверное. Поставим. Не надо, чтобы Янчобин кросс. А он как-то не растет. И дальше идем. Блин, мне бы галеры создать, водяную мельницу построить, и древние стены. Давайте потихоньку в инженерное дело. Так, два кампуса тут пока отменяем. Оборонительную тактику. Так, строительство, строительство, строительство. Водяную мельницу надо. Надо водяную мельницу. Внезапно. Вот это точно внезапная война. Вот это неожиданно. Вообще неожиданно. Нет, еще одно мегаизвержение. Три населения и один юнит умер. Какой юнит? По-моему, рабочий. Вот это началось, конечно. Ну покажите, а где... Ну, тут рабочий был на шоколаде. Да. Вот это уже проблемы начинаются серьезные. Так, давайте мы тут рынок сначала сделаем. Так, переключим. И вырубим. Дальше здесь собираем бананы. Так, хорошо, что я апнул в мечника, хоть какая-то сила у Вестероса. Ну, то есть одной коляской город не берется. Давайте подходить. Ну откуда? Вот отсюда только может куда-то венгр. И отсюда, да? И то отсюда, ну, тяжеловато. Прямо скажем.
Блин, ну тут очень жалко, что работника убило. Реально жалко. Так, Стокгольм. Пингало в Стокгольме. Знаете, я даже вот в Гетеборге вот эту клетку передам Гетеборгу, пускай тут рост, ну, производство идет. Блин, у меня есть ощущение, что с Элеонорой мир закончится, и она мне войну еще объявит. Поэтому надо бы, наверное, в Гетеборге пока подзабить на театралочки и построить всадников тоже. Ну и в Стокгольме всадников. Хорошо, что я отсюда караван отправил. У меня дорога есть, если что, из Стокгольма к Вестеросу. А что, я с Канди воюю? Блин, еще и Сканди. То есть хана моему скауту, я так понимаю. Вот тварь венгерская. Просто на ровном месте взял, войну объявил. Ни с того, ни с сего. Зато оборонительную тактику ускорили. Здорово. Строительство. Мачу-Пикчу уже кто-то построил. Я Мачу-Пикчу-то далеко... А, нет, недалеко, в инженерном деле. Ну, тогда ладно, тогда еще терпимо. Отлично, хоть кому-то я нравлюсь. Начались оскорбления, претензии, придирки, вот это вот все. О, Норвегия, здорово. Норвегия, по-моему, с этой стороны, да? Не очень хорошо. О, 9 ходов антич. Видите, на 50, на 55 ход. На 5 ходов быстрее заканчивается, чем обычно. Ну, что тут венгр ездит на своей коляске? Я просто постою, пока не хочу. Ну, не хочется деньги тратить на апгрейд в... И надо специи, пряности обработать. Не хочется деньги тратить на апгрейд в мечников. Калмы. Вырубаем эту клетку. Здесь собираем бананы. Здесь ставим город. И сейчас... Леонора скажет, типа, не ставьте города рядом с нами, я соглашусь, потому что я и не собираюсь дальше в ее сторону что-либо ставить. Лошадка тыгдым делает. Как делает лошадка? Лошадка делает тыгыдым. Рынок достраивается, коммерческий район достраивается. Ну тут тоже, конечно, тут желательно гавани было построить в Стокгольме. Население нужно. Конечно, вообще надо как-то Стокгольм отращивать. Вот тут нужно фермы построить треугольничком явно. Как-то так. Но на этой ноте... Да, вот, видите, 30 очков влияния заодно получу, потому что я обещаю не селиться. На этой ноте противостояния с Венгрией я, пожалуй, эту серию закончу. Очень жалко скаута.
Но вообще даже это исторично. По-моему, один из королей Швеции претендовал на... Или венгры за польский престол, шведский король и венгерский король соперничают. Как что-то такое было, мне вспоминается. Надо... К следующей серии подготовлю историческую справку. Ваши люди жаждут познания и красоты. Но вы гнушаетесь наукой и искусством. От чего же? Такой Петрака подозревака, блядь, такой. Гнушаетесь? Такой. Что такое у нее прищур. Взгляд интересный. Спасибо, что посмотрели эту серию. Напоминаю, что спонсоры имеют доступ сразу ко всем сериям. Ух ты! Засуха началась. Только город поставил, сразу засуха. В этот же ход. Нормально? Подписчики увидят следующую серию завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!